Тем более на Гидросе. Еще ты и демон, походу, да? Мы четвертого куска не хватает для демона. Какого? Чест. Так, я ставлю рыбу. Фул рыбав. Она совет руку. Сейчас метки расставлю. Игнорит. Так, Войт на боссе, Драгон на трэше, Кимбыч на трэше. Там по два забираете. Смотрите, новенькие. Чек на бафы, на готовность. На присутствие. Бафы дайте гевки. Смотрите, новенькие. Здесь я, короче, сейчас начинаю бить босса. С пула дается гера, вкидываетесь. Старайтесь рядом не кучковаться. Ну, там у вас у милика вряд ли это получится. Босс будет кидать такие водяные щиты. Там просто пройдет он у вас, и там будет хилы работать, отхиливать вас. Потом будет анонситься стаки. Там на четвертом стаке босса будет переводить из квадратика в трусы. Вы просто нажимаете escape и не, вообще не дамажите. Потому что будет перефаза, будет агро нулевое. Если сагрите, вы умрете, понятно, да? Здесь будет еще появляться трэш. С трэшем аккуратнее насчет агро. Трэш будет подводиться под босса, бьете босса также, а уешите трэш. За агро только смотрите повнимательнее. Та же ситуация аналогичная. После зеленой метки будет переводиться в синюю метку. Тоже убираете руки от клавиатуры и ждете, пока босса переведут и на агро. Только тогда начинаете вливаться. По меткам. Я в луну, Женуэн, крест. Адмирал в луну, второй Ршам в крест. Ну и Денчик на... Так, Денчик сидишь на Войде, второй Ршам сидишь на Драгоне, я на Тимбыче, остальные на Рейде. Так, милики понятно, по РДД Гевка луна, Локи крест, Грин Персик луна, Ганвеста крест, Фрост крест, Мозер крест, Япончик луна, Гладиатор луна, Ханты там, Никитос луна, второй крест. Давайте чек на бафы, на готовность на пул. Те, кто в крестах и в луне, тоже между собой ренжу возьмите, чтобы не всех сразу кидало в дебаф. Сейчас с лету будем вкидываться, на пулы только отдайте. Все-все тут, даю отчет. Тотемы все в центр ставим. Сильно не кучкуйтесь, кто в луне и в кресте. Смотрите, чуть-чуть ренжу возьмите. Там много не надо. Драгон, по анонси, пожалуйста, таки. Сколько стаков на боссе? 3. Переводи. Только ты не переводи, Станин. Стой, сейчас. Готовьтесь сейчас. На следующем переводить надо. 5 секунд переводили. 4 секунды. Все, стопнули дамаг. Переводим. Все, сейчас они трэш наагрят. Турочка переводим. Так, кто-то не стопнул. А, я даже не бил. Этот Грин Персик, подними, пожалуйста. Все, бьем. А уешим, по-моему. Трэш подвинь, чтобы они уешили его.
второй. Пухан, ну чё ты помер? Ганвеста, подними Пухана. Ну хорошо, вот. Маны залейте, пожалуйста, бафы дайте попавшим. Все, трэш добили, трэш добили и стопнули ДПС по боссу. Все аналогично, дайте им собрать, подведут, а уешите, бьете. Танки заберите с хилата. Локи ману восстановите. Пипончик, отдашь гимна ману? Да, сейчас подаю. Подними. 5 секунд. Войда, подними. Забирай. Давай, выйди. Погнали, выйди. А мы еще и трэш там не добили. Ну давайте, пойдем и выйдите, и трэш заодно загрите. Сольем. Какой танк отсюда? Танк вперед, иди, беги быстрее. ТТМ уберите. Не бегите до конца. Че Войд умер? Сагрили что ли? Уточнять. Ну-ка, сколько по нему прилетело? Смотрите, там жир идет, аккуратнее. Ставлю рыбу. 68 тысяч чистого, плюс 34 тысячи слов сопрот. И плюс еще мой поглот. Тресните точечно, пожалуйста. У него там... 120 тысяч влетит. Блять. Давай, давай. А чё так много-то влетело? Хуй его знает. 50% всего лишь было. Даже 50 не наступило, там 50 только прокнуло. Пойдемте. Убьем. Что убьешь? Мы так поняли. Захиливать на фул нужно. Да его даже фулом убило. Вот следующего тянете, следующего. ДКшники, смотрите, сейчас который появится. О чем маски отдыхают? Где он отдыхает? Ну дайте время. Сейчас лапы лестницу. Еще раз рыбу ставлю. Кто-то мне поел. А, вон она стоит. Ешьте рыбу, давайте фул рыбав. Ну все, в принципе, все то же самое, только вот не надо ваншотаться. Я честно хуй знаю, что даже сказать, 120к в ебло прилетело. Не знаю, у тебя есть шмот на сопрот, там резист какой-нибудь. Есть что-нибудь? У меня 310 резиста. Это мерки как раз таки увеличивает урон в процентном соотношении. Вот этот дебаф, так. Кинь хотя бы пояс.
Так не 4 стака было, там только третий появился. Женуэн тоже на войде. Постарайся помочь Денчику. Япончик, ты тут? Да-да-да, я чай заваривал. Все на свои места все. Этот второй Иршам, щит вешай, пожалуйста, на воина. Драгон жирный, я на Тимбыча буду вешать. А хилишь драгона? Основа. Второй. Я про анонш, блин. Я по пол хп и долго захиливает. Переходи, Фоничку. Стопнули ДПС. Все, ловим трэш. Ловим, мы на хилов пошли. Дамажим. Шама прощит на войде, не забудь. Ауди. Нахуй я говорю, видите, вот трэша. Жену повел потихонечку. Хуерни Ауди, стопнули ДПС. Собери трэш. Нахуй ты всех-то там? Чё по ней медведь, а? Танки за войдом повнимательнее. Женуэн, у тебя опять КД? Стопнули, начал переводить. Трэш долили, стопнули ДПС. По боссу. Переводи. Трэш еще старый не добили, трэш свичнитесь. Мозер Дим на ману сыграй, Локи восстановите. Посиднее трэш, ну. Я же говорю, трэш, свичнитесь. Это всего на хуй вот хотя бы. Через минуту будет 2 БР. Переводи потихонечку. Пошел. По боссу стоп, в трэш влились. У Тимбича БР не в КД. Тимбыч БР быстрее пухана. Собери трэш. Нет, не, не пухан. Ну все понятно. А СС есть на лун? Бить. У кого БР откатится, жену на поднимите. Ну там сейчас 2 БР сразу, 20 секунд грин персик. Ганвеста поднимется. Ганвеста жену на тогда грин персик Ауди. Больше ОЕ дайте. Япончик гимн на ману сыграешь? Уже очень мало ОЕ. Переводи.
Переводите по трэшу, залили. Свичнулись в трэш, трэша много. Заберите с Никитоса. Нахуй не хуярит, я просто я не могу, пока я даже не собрал. Ауди, вставай. Трэша много, бейте трэша, больше АУЕ. И босса старайтесь. А, это бафы дайте по рейду. Да. 5 секунд, начинай. Пою гимн, чтоб уже... Переводи. Мало АУЕ. Тимыч, ты можешь за боссом идти сразу? У тебя весь трэш появляется, ты его, блядь, ловить не успеваешь. Нормально я его ловлю. Ты стал за того? Все, тихо, больше АУЕ по трэшу. И про босса не забываем. И на НРА раздайте, прикрыла. На в КД один только Иннер. Лапу дайте. И в один. Забери трэш с герки. Старого. Трэш, а трэш, еще, ребят, трэш, скоро перестанем его бить. В трэш сыврились, еще две переходки, и не будете его бить. Нера, залейте по килам все сухие. Длинность, сбой не получу. О, вот откатился один. Переводи. Это очень плохо танком, очень плохо трэш делается. Топ. Старайтесь топ. Больше АУЕ. Топ. Вот сейчас дайте им набрать и потом прямо уешьте, типа. Зачем вы, блять, сотку делаете? Кил, Драгонсон. Бич. Переводи. Трэш залили. В трэш свичнитесь. Все, это трэш добиваем. Держите босса, потом вливаемся. Притворись, Никитос. Вот это трэш добейте, потом тупо босса. Рано ведешь. Все, собирайте трэш, все в босса. Станет там. Бери просто трэш. Все в босса, просто трэш держите на себе. Тонули еще. Берса минута. Убьем. Мы успеваем. Все. Все нормально. Кель. Да. Нихуя. Поднимите меня. Пишите на вайш. Все старое, да? Да, плечи.
трансмока сейчас. Драка, ты? Ну. А чё сам он так по мане садит? Да хуй его знает, чё они так садятся по мане. Их мана вообще не должна кончаться. Просто каждый босс, любой босс, залейте маны, залейте маны. Так, чё старый, плечи на трансмок? Он перчайся, сколько постоянно орёт. У него маны нет. Это, что ещё раз, скажи, плечи? Плечи на трансмок. Драгону. Драгону? Если никому не нужно, то какая разница? Ну, если никому не надо, давай. Просто пиздато выглядит, как в донат в магазине плечи с этим. Старый, ты 300 гп минусанул, там ЕП надо было. Можно мне тоже? Я понял. Сейчас исправлю. Так, ну это опять не как. Сам, а у тебя усилки в инту или как? Так, Грин Персик, тебе на мейн, да? Угу. Старый, 389 Грин Персик. Бля, я не знаю, ну короче, все шаманы, которых я видел, они в инту убиваются. Хил! Алло, чё спим? Кого ждём? Я тебя хилю. Это понятно, блядь, а где хилы, которые должны хилить? Хуйся. Все я шаманы под до момента, пока под рейдовыми бафами не будет хотя бы 42-43 тысячи маны, убиваются в инту, чтобы не сажать. Чё, шамана спас инты нету? Ну, смотри, типа основной показатель это хаста и крит. Тебе инта дает крит, тебе не нужно его собирать соки. Это понятно, я про то, что они же там все в инту забивают совершенно. Да, до определенного момента. 31 тысяча мана, 31 карл. Ну да, значит он не в инту, а в СПД. Вот все ответы на вопрос. Вроде тебе 2Т5 давали, нет? Или ты другому шаману за ТП давали? Да, это когда именно. Откроешь? Когда откроешь? По 2 недели прошло. Собери трэш. Ну так воронки-то ему... Он не падает, блядь, куль поди. Сколько воронок за этот рейд вынащит? Ноль. Ни одну. Редко не падает. Сейчас упадут. Не так смотреть на. Сейчас этот трэш должна упасть. Ни одну Т5 не апал вот с рейда. За я это. Тоже ни одну не апал. Вайш вам упадет воронку. Да, у вас вайша, блин, правильно. Блять, единственное, что я с рейда сделал, это сокет. Нет, это все. Окей. Окей. Восемнадцать воронок. Ну вот погоди. Ну, погодите нахуй вот с этим 18 воронок там зовут. Воронка. Воронка! Нашел трэш. Привет. Боер. Кидай все сюда. Запомни. Я же говорил. А причем с одной? Еще одна. Подожди, две воронки что ли упало? Да, две воронки. Какие две? Три? Да что за... Что за паника? Ничего не рольте, все потом разрулится. Воронки. Старый, еще раз попрошу тебя, жми мейнс. Я понял. Да, две воронки. Вот, замечательно. Что? Ищи лучше, там говорят, три лежит. Еще одна. Что там лежит? Так, старый, я тебе... А еще одна воронка. Не расслышал, Адмирал. Да, тебе. Слышь, где вы там три-то нашли, там две? Адмирал, вот. Еще одна есть, да. Блять, я теперь знаю, куда на воронку фарм ходить. Вока надо ходить, мы в прошлый раз ходили, сколько там, 7 или 8 штук упало. Рекорд 11, без босса. Здесь можно убивать в пати маленьком. Вока нужно фулл пати собирать, иначе тебя трэш выйдет. Тут вот, блять, вот именно вот здесь вот я сколько раз замечал на вот этой платформе по две, по три воронки.
реально. Ты пиздешь. Мы сколько носились, когда открылось, только это все. Не было такого. Может попасть везде понесло. Что-то они это проверили, что люди фармят, не доходят до сюда и сделали тут порты. Все очень просто делать. Угу. Ладно, короче. Вы еще предскажите то, что нужно сначала босса всех убить, а потом воронки точно падать. Это изи настраивается, если не в курсе, все. Блять, про движок Вовки, то, что вот так настраивается, я не в курсе. Они, блять, этот движок Вовки весь перековыряли вдоль и поперек. Еще воронка. Тебе движок Соурус ничем не говорит, блять? Игра, которая... Да, Саша, еще одна воронка. Хорошо, начали падать так. Бля, я надеюсь, хотя бы одну-две я унесу. Десять. Квадратики, ворон. Одну можно. Я знаю, я жду, когда бой кончится. Сколько? 3-4 уже? А чей пет, писюн? Никитос. Никитос, ты мне должен. Я, блядь, заебался его хилить, я попутал, что это кто-то с рейда. Весь инстый убиваешь, прям отхиливаю нахуй. А он думает, какой дурачок его писюн захиливает. Не, он обычно матерится, что его пета никто не трогает. Постоянно рофлит, он на джане постоянно с его пена такая. Охуеть. Ебать было бы прикольно. Антов бы не брали туда. Да ну их нахуй. Так, Гевка, Локи, вам будут отдавать эту хуету зеленую. Заметь, главное, Лены нету и воронки начали падать. Я же говорю, Лена лишняя. Вот, во-первых, я лишний. Ты тоже. Все, окей, я запомнил, а теперь с вами больше. Раз вы меня прогоняете. Никто не прогоняет, но ты лишний. Я с вами еще одну неделю пройтись в будний день. Следующую. Там по вашей небольшой корректировочке. Чем больше вы держите магму, тем больше по вам урона. Если вы без сопрота, то магма вас убивает. Разве там не танк должен ловить сейчас эти шарики? Нужно и танк, только это не так делается. Он просто пьется сопрот и быстро перекидывается. А, нельзя слово почить, ну, понятно. Кому лишь перекинуть, а Локу там догонят. Я вообще нихуя не понял, если честно. Шарики, которые на второй фазе зеленого убивают, лутаешь, получаешь урон. Нужно ему быстрее перекинуть. Старый фрилут ставь сразу, не забудь. Лока нет рядом, кому-нибудь перекинь поближе и все, кто там кверху. Фрилут. Всего должны платить, короче. Каждый сам за себя. Так, из босса потом каждый сам за себя тоже могут сами, да? Потом заберешь, успеешь. Там видно, на третьей фазе переставишь назад, и все. Ладно, я понял. Так, ну пьем тогда сопроты, раз эта хуета зеленая дамажит. Распредели по меткам лучше сначала. Да-да, сделаю. Сейчас, погоди, рыбу поставлю, или я поставил. Нет, давай поставлю. Я поставлю. Поставил. Так. Войд на боссе. Драгон. Нет, нихера. Погоди. Старик, повесь на девку звездочку на Локи апельсин. Чтобы видели, кому скидывать. Да-да, я понял сейчас.
Дайте лапу. Тимбыч, давай в танка. Я там не знаю, что делать. А не надо, не надо. Будешь босса просто танчить. А я кого танчить? Ты будешь этих... Короче, длин... Блядь, сейчас я скажу, погоди. Я их название... Это дело это будет. Это только может ДК делать. Так я тебе про это и говорю. Я же, блядь, был один. Ну если, Тимбич на боссе, а Войт на этих длинных, то ты будешь собирать вот этих придурков, которые по рейду бегают, в углу там стоять. Чего, блядь? Два танка, старик. Старый. На втором фазе босс не танчится. Я что-то туплю, да? Да. Да, да. Босс не танчится. Да, Тимбич в ДД. Старый есть сопрот? Да, мем кидайте. Где ходы собираешь, да? С квадрата крестика собираю я, потом звездочку с этой, со звездочки и трусов собирает Локи, там же апельсин. Ты на боссе этот тогда, получается, Драгон. Я в курсе. Войт, а ты знаешь, что здесь делать? Уже был с нами? Да. А, ну все. Распределим людей, главное. Сейчас я расскажу вкратце новеньким. Новенькие, смотрите. Новенький, вот, я отошел один в туалет. Я понял. Чек тогда сделаю на ФК, чтобы не раз... Лага, по-моему, отошел. Пустоту. Я тоже тогда отошел. Заебись, а чё вы все отходите? А мне чё, я танк. Да давай, я пасуся танком не буду. Так, всё, все здесь, давайте погнали по миликам. Квадрат Пухан, крест, второй фурик, луна, Ауди, трусы, Тимбыч, звезда, Эрнест, квадрат, рога, крест, Никитос, луна, Луна, Лич, ДК, трусы, Вага, звезда, Локи, квадрат, Гевка, Мозер, крест, Япончик, трусы, гладиатор, луна, Грин Персик, звезда, Ганвеста, квадрат, Пахилам, Денчик, квадрат, нет, я, квадрат, Денчик, крест, адмирал, луна, трусы, Иршан второй, Иженуэн, звезда. Встань, куда удобно тебе будет. Встань, знаешь, куда? Встань в луну. Кирс. Лучше в квадратик. Типа я тут буду ходить, потому что собирать эту магму. А, и ну да, квадратика, да, тут да, лишний идет. Окей, давай квадратик там. Так, новенькие, смотрите, будут появляться моб, вот здесь вот прям внизу на лестнице, зеленого цвета. Вы его моментально бросаете все и бьете его. Потом смотрите, открываете свою сумку. Если у вас в сумке лежит там такая зеленая дрянь будет, выбираете в таргете Лока. Лока, это либо печенька, либо звезда, которая ближе к вам будет. Нажимаете на эту зеленую гадость, и она откидывается ему. И забываете, дальше идете мобов бьете. До зеленого здесь будут появляться мобы. Вы долбите мобов, они синего цвета, будут идти к Вайше. Чтобы к ней они не подошли, прям топите их. РДД будут топить оставшихся мобов, которого ДК длинного будет водить приоритет. Первая фаза, просто по кругу становимся, все долбим босса. Вторая фаза, он заюзает вот эти свои энергетические штуки.
мы распределяемся по меткам. Как только энергетические штуки пропадут, танки уведут на край босса, РДД в одну кучу становится, милики тоже смотрят. Босса будут двигать, когда будет разливаться зеленая лужа под вами. РДД скатов бьем. Чек на бафы. Какую метку я? Я это кто? В чат посмотри. Раз. Какой нахуй Враска? Это Враска говорит, он прослушал, видимо. Ходил. Меня не называли. А, я его не назвал, я его пропустил. Иди в трусы. У меня здесь тимбич уже есть. Пусть Враска стоит. Так, все, все готовы? Даю отчет на пол. Гладиатор, иди в жопу, 4 раза нахуй сказал. В луне ты стоишь. Кстати, на первой фазе, вот смотрите, на мне энергетическая параша, новенькие, на шамане. Вот надо выбегать из рейда с этой штукой. Вам на третьей фазе будет таск. Такая же. Кстати, здесь 7 сапроты, да? Да. Пейте сапроты. Алексей сказал, что что-то поменялось. Сапротов нету 10 человек. Сдохну как-то. Эршам, кидай на драгона щит. В первом рейде Мербис. Молнии выносите, ребята, из рейда на комбуду. Опять вервуль сейчас. Нет. Эршама. Иршама, мы с тобой по разную сторону. Ты тоже тотем на сопротивление сил природы ставишь. Со своей стороны, я со своей стороны. Гладиатор в центре на хосту. Гитос. Если зеленый появляется, там еще нужно тотем очищения ставить. Гитос, сдохни, а? Процентов до перефазы воин. Приготовьтесь по меткам по своим бежать. Эрнест. Сбежались по меткам. 70%. Анонсить не забываем, у кого зеленый, прям во все горло. Квадрат. В квадрате зелень вбились. Гвардейцы. Дурак, что ли? Звездочка. Забрали гвардейцы. Звезды забрали. Можно не, сука, заткнуться, спасибо. РДД в гвардии, ой, в этого странника влейтесь. Милики дальше на трэше пока.
друид, который рядом с этим варом, подними его. Про гвардейцев тоже не забывайте, РДД. Везде появился. Звезду вкинулись, вкинулись в зелень. Бросили пока бить мобов. Там поблизости. С каждой стороны лог стоит, так что повнимательнее передавайте ему. Локи, если там опять с твоей стороны будет, я помогу, подойду. Странник, странник. Я вижу. Странник подымется, влились. Минус дырёк. Чё, проебали зеленые? Зеленые трусы. Трусы влились все, быстро, быстро. Остальные трэш бьют у кого, кто не рядом. Остальные РДД в странника. Браска, кидай уже. Да никто ничего рядом. Вот он я. Дай в меня. Локи стоит. Трэш, залейте, ты сейчас квайш подойдет. Залейте там сбоку. Локи, локи. Локи, кидай обратно. Про гвардейцев не забывайте, там 300к. Квадрат зеленый. Гладиатор, кидай мне. Странник по центру, ебать. Вы видите, его бить невозможно. Ну, он сам так ходит. Звездочку кидайте. Звездочку киньте на ком. Закрыли, закрыли, ловите ваш ловите. Отводите все в странника. Отводи. Сначала РДД влились, а все быстро, быстро, быстро залили его. Милики по... Милики по этим. Ваш кривом. РДД, смотрите, скаты сверху. Ренжу набрали, в кучу встаньте. Чё забрать, Ваш? РДД в кучу встаньте. Скатов не забывайте. Именно ману, пока не надо. Нормально. Вон в звезду все встали, по звезде ориентируемся. РДД. Наперед не забегайте, только РДД. Хилы, РДД, еще раз говорю, встали в звезду. Скатов пока. Бери. Красавец. РДД скатов. Боже, РДД. Шама сам станешь, лужа пропадет. Первой сработал. Скаты. Женуэн, тогда ты бы верни его. И ману ему залей. Ската, скатов. Милики босса, РДД скатов. Забирай, забирай лужа. Крисайзис. Прохил танка. Гимна ману дайте. Бачмо среди там или адмирал. Гимна ману предкладать. Мозг только остался. Я был. Убираю сзади. Ищ. Каты. Кучнее встаньте, хилы, РДД. Звезда вон стоит, где стоять. Чего, блин, не свечите из катов, а во? Хуже. Старик.
Три. Старый вынеси. Вижу, все. Скаты. Сколько процентов? 25. 5. Девка, подвинься чуть-чуть. На 15 лямов. Звезду все встаньте, пожалуйста. Вот, забирай. Пока скатов бейте. Я в лужа, РДД. Ската. Тотемы переставить не забудьте. Вот этих крайних скатов добиваем быстрей. Я даю Геру. Все, все в босса на скатов хуй положили. Пас. Адмирал, ты за добычу ответственный. Да, я уже увидел. Конвеста. Конвеста, выйдем из рейда. Босс долго уже будет. Лужа милики. Не идет. О, приковало. Конечно, надо было раньше. Милики, маны нет, считывать не могу. Будете получать люлей. РДД. Сейчас часто лужи будут, не слаг. Лужа РДД. Три ляма. Милики. Три, это ж летающий бьет опять. Двигай. РДД. Выйдите из луж все. Ебать его урод, как у дракона лагало, вы даже не знаете под конец. Да, бегите, да, конечно. Блядь, народ. Все в лужу бегите. Ну, я не знаю, я попробовал крикнуть Войда, то что Войд забираю, у меня лагает. Там экшен происходил последние 10%. Так, воронка сразу старому закидываю. Лёх, ты тут? Чё с воронками делаем? Я записываю, потом тебе говорю, да? Да, здесь. Сейчас, короче, посмотрим. Разрадивай пока шмот. Разруль, да, сначала просто вот. Сейчас. Давай. Так, Харсис, тебе на мейнспек, да, всё правильно? Харсис? Короче, Харсис нажал мейнспек. Ему 1167. Ну это щит. Или это правда мейн. А, это дробяшка, это рука, блядь. 77. Причем неплохая. На МП5. Ты ему отдал? Да, я ему закинул. Грудь. Драго, тебе на мейн? Ну да. Так, Драго. 778. Старик, что, РС потянем? Нет сегодня? Это что-то беспонтовый грудак, Драгон. Брони дает меньше 200 даже. Драгон, да, грудак. 778. Грудак никому не нужен, забираю на пыл. Поехали по Т5. Тим Бич 500. И поздравляю.
Дождался, блядь. Так, теперь шлем на паладин рога разбойник. Вервульф 7 приор. Ему. Рога, да, выиграл? А вот это не полный фиал, вайш. Так квестовый там у каждого есть. Давай воронки. Сейчас, погоди, кому начислить второй токен? Роги. Роги, да, Вервульф. Ролят. Ролят те, у кого есть Т5, а у кого есть что, получается, на мейн спек, у кого есть приоритет. Да погодите, я ручку достану с блокнота. А что там еще два воронки рулят? Дали, дали. Дайте порт, ребята. Пять воронок. Кирс, дай порт. Ага.